Сегодня Всемирный день учителя, для которых это большой праздник и еще одна возможность обратить внимание на проблемы педагогов. Также это повод для нас выразить им благодарность. В Махачкале основные торжественные мероприятия прошли в Аварском театре. Гамзат Нурмагомедов продолжит. Их труд невозможно переоценить, они воспитывают в нас человека. Дорогие учителя и мудрые наставники, именно им посвящен сегодняшний праздник. В мероприятии приняли участие как общественные деятели, так и представители республиканской власти. Недавно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал буквально недавно очень такие замечательные слова, что Дагестан – это красивая республика. И в первую очередь не своей природой, а в первую очередь теми людьми, которые здесь живут. И учитывая, что наши 3-миллионные республики, треть – это молодежь, поэтому те 70 тысяч педагогов, которые выполняют такую важную работу, перед ними остается только низко поклониться и сказать вам большое спасибо. 90% у нас учителями являются наши женщины, которые на своих хрупких плечах и образование, и воспитание, и уют в доме, и капризы мужа, братьев и все остальное. Я от следующей вас всех поздравляю. Для педагогов звучат песни, маленькие горцы кружатся в зажигательном танце. Юные ученики и ученицы выступают в красочных номерах. Помимо поздравлений, учителя получили почетные государственные грамоты и денежные вознаграждения. Можно сказать, мы энтузиасты своего дела. Просто мы любим школу, детей. Мы думаем, на другой работе мы не сможем работать. Мои ученики сейчас в данное время работают во многих школах. Главой администрации Советского района работает мой ученик. Один работает в поселке Тарки. Накануне праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образовательных учреждениях Дагестана. А завершился торжественный вечер выступлением звезд дагестанской эстрады, подготовленным управлением культуры города Махачкалы. День учителя – прекрасный светлый праздник, но уделять внимание нашим дорогим преподавателям необходимо каждый день, чтобы наше подрастающее поколение было высокообразованным и благонравным. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.